Возьмем еще один вопрос из зала, да, Дмитрий, из вашего сектора. Мне сейчас хочется слово передать Михаилу Леонтьеву, нашему коллеге. Владимир Владимирович, вы говорили, что сланцевая революция – это угроза и вызов для России, для российской экономики, и на нее надо дать адекватный ответ. Алексей Миллер, уважаемый глава «Газпрома», сказал, что никакой сланцевой революции нету, и поэтому ответа никакого давать не надо. Да? При этом компания теряет рынки, компания теряет капитализацию. И вот что мы будем делать? Ну, во-первых, с Алексеем Миллером, во-вторых, со сланцевой революцией и со структурной перестройкой экономики, за которую теперь даже вот Алексей Кудрин выступает, хотя высосал все деньги из экономики, которые бы на такие реформы могли бы быть использованы. Вот спасибо, Миш, что Кудрину досталось, и до Миллера добрались. Вот Чубайса уже покритиковали. Кстати говоря, вот я считаю, что надо дифференцировать всегда такие вещи. Одно дело говорить, ну, в отношении, скажем, того же Анатолия Борисовича, об ответственности административной, а говорить об его эффективности как менеджера, а другое дело говорить о криминальной стороне дела, если она существует или не существует. В отношении такой компании, как «Газпром», вот сейчас я вспомнил про «Роснано», а «Газпром» – наша ведущая компания наряду с «Роснефтью», которая стала, безусловно, одним из самых крупных мировых игроков в сфере производства углеводородов. Ну так вот, что касается того, проспал «Газпром» сланцевую революцию газовую или не проспал, сложный вопрос. Пока ответа на него нет. Почему? Потому что себестоимость добываемого газа из сланца, она гораздо выше в разы, чем себестоимость газа, добываемого традиционным путем. Пункт раз. Пункт два. У нас достаточно газовых пузырей, так называемых, чтобы добывать традиционным способом. У нас пока достаточно. Мы пока не можем даже реализовать всего того, что у нас есть. Это пункт два. И пункт три. Добыча сланцевого газа и сланцевой нефти, а это тоже возможно, связано с огромными, я хочу это подчеркнуть, с огромными природоохранными издержками. Там, где добывается сланцевый газ, у очень многих людей, которые проживают в этих регионах, из кранов вместо воды идет черная жижа. Технологии требуют, как минимум эти технологии требуют очень серьезной доработки. Ну и наконец, пункт 4. Это совсем не значит, что мы отказались полностью от сланцевого газа. Даже международные эксперты, которые изучают эту проблему, говорят о том, что у России очень большие перспективы с точки зрения добычи сланцевого газа. У нас есть и огромные неосвоенные территории, и есть и достаточно этих минералов, чтобы там поработать с точки зрения добычи углеводородов. Я не думаю, что мы что-то проспали, но следить за этим нужно самым внимательным образом. Здесь вы правы абсолютно.